Добрый день, дорогие друзья. Это Алекс, с вами Алекс Никс, репортаж с прогулки. Я вышла гулять по своему маршруту. Вы знаете, вот сейчас будет видно, вот она моя дорожка. Уже снега нет. Тут ходить хорошо. Я вышла с палками, вот они палки. Когда с вами поговорю, пойду уже быстрым, спортивным шагом, как полагается. Экран у меня дергается, потому что я иду и записываю, чтобы не терять время. И звук я накладываю дома, вы это знаете, поэтому идет несовпадение. Хотела бы сказать, что сейчас непростой период, поэтому не советую целыми днями смотреть только новости, иначе можно сойти с ума надо заниматься текущими делами, с семьей, работой. Я вот занимаюсь и домом, и ролики делаю. Вот завтра будет вербное воскресенье, будет верба, и от меня будет очередной ролик. Всех люблю. Ваш Алекс Никс. Всех-всех люблю. Ваша Алекс Никс.